как снежный человек. В окрестностях брожу и чую человека. И к бездне подхожу. Есть две межи на грани иного бытия, где человечья стая и там, где Бог и я. Заведомо узнаю и предскажу свой путь от края и до края. Промолвлю эту суть, узнаю покороче. Строкою бытия я запишу в рабочий блокнот, где жизнь моя. Итак, на воле духа и тех, и то любя, я буду вроде слуха, как еть бытия.